Какие растения способны избавить человека от стресса и тревоги? Добрый день! Приветствую всех на канале Flower Time. В этом видео предлагаю обзор лучших растений для дома и офиса, которые благотворно влияют на психическое здоровье и заметно улучшают настроение. Алоэ. Неприхотливый, с виду ничем не примечательный алоэ стал одним из популярных комнатных цветов в мировых интерьерах. Остроконечное растение обогащает воздух кислородом, что помогает человеку ночью хорошо спать и просыпаться бодрым. Исследования показали, что алоэ способен снижать депрессию и улучшать память. Лаванда. Эфирные масла, выделяемые лавандой, благотворно влияют на работу сердца и сосудов. Расслабляющий аромат выравнивает эмоциональный фон, нормализует пульс и помогает справиться с бессонницей. Если поставить цветок в спальню, можно забыть о проблемах со сном. Мята. Микроскопические поры, расположенные в листочках мяты, выделяют эфирное масло, способное успокоить нервную систему. Листья мяты можно заваривать, добавлять в чай или в горячее блюдо. Физалис. Яркие плоды станут настоящим украшением интерьера и мгновенно улучшат настроение одним только видом. Исследования показали, что физалис в доме помогает снизить уровень стресса и избавиться от депрессивного состояния. Розмарин. Эффектная игольчатая зелень может стать главным элементом декора. Если подрезать верхние побеги, сформируется пышный кустик. Растение насыщает воздух кислородом, улучшает память, сон, снижает тревожность и страх. Розмарин – это отличная приправа к рыбе или соусу. Мелкие листочки можно добавлять в чай. Толстянка. Знаменитое денежное дерево имеет красивое название «красула». Плотные листья накапливают большое количество влаги. При хорошем уходе толстянка порадует хозяев нежно-розовыми или белыми соцветиями. Растение способно впитывать негативную энергию в доме, снижать физическую усталость и снимать стресс. Сансевьерия трехполосная, в народе щучий хвост. Растение не требует особого ухода и прекрасно приживается в любой комнате, даже самой затененной. Помогает улучшить общее самочувствие, снижает тревожность и способствует устранению головных болей. Для создания максимально благоприятной атмосферы около рабочего стола можно организовать небольшие оазисы с растениями, позволяющими расслабиться и снять стресс. Комнатные цветы на рабочем столе способны снизить уровень тревоги на 30%, усталость на 37%, а гнев и враждебность на 40%. Еще один вариант – создать точечное озеленение, расставив по дому небольшие цветочные композиции. Для розмарина, базилика, мяты и другой съедобной зелени лучшее место – кухня. Растения с текстурными листьями, такие как алоэ и щучий хвост, хорошо впишутся в интерьер гостиной или спальни. Исследования показали, что живая зелень в доме способна заметно уменьшить психическое напряжение владельцев. Ученые объясняют это тем, что сам вид растений напоминает о природе, что действует успокаивающе. В естественной среде темп жизни в разы медленнее, и зелень в доме напоминает об этом. Наполните свой дом комнатными растениями и навсегда забудьте о стрессе. Ну а если хотите узнать больше, подписывайтесь на канал, смотрите видео и помните, что в вашей жизни всегда есть время для цветов.